В Венесуэле продолжаются беспорядки. В столкновениях полицейских и демонстрантов были ранены еще 7 студентов. Это случилось возле Центрального университета Венесуэлы в Каракасе. Митингующие выступали против высокой инфляции и требовали улучшения социальных условий для населения. Местные СМИ сообщают, что разогнать демонстрацию власти отправили несколько подразделений военизированной полиции. Они использовали против студентов водометы и слезоточивый газ. Напомню, в результате продолжительных беспорядков в Венесуэле уже погибли 39 человек. И более 550 получили ранения.